Всем привет! И хоть я человек неверующий, но от всей души, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством, поскольку это очень добрый и светлый праздник. Делит колесо. Знаете, такие видео меня уже давно не удивляют, поскольку женщины действительно не теряются и привыкли, что бы ни случилось, всегда есть запасной вариант, это пусенька, она прокормит, она обогреет и вообще не даст пропасть. Вот как же мужчинам-то живется, интересно?